Декан факультета управления и политики, доктор политических наук, представитель Российской Федерации в Комитете экспертов ООН по государственному управлению, член Общественной палаты Российской Федерации, профессор Академии военных наук Сардарян Генри Тигранович. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что нашли возможность даже в эту погоду приехать к нам. Я очень рад вас приветствовать. Я вас рад приветствовать на лучшем факультете не только МГИМО, но и Российской Федерации. Об этом говорят всевозможные рейтинги, которые только можно себе представить. Рейтинг Министерства образования и науки Российской Федерации. Открываете его. Первое место по госуправлению, международным отношениям, политологии – это МГИМО. Третье место по госуправлению в этом году – это тоже МГИМО, только Одинцовский кампус, то есть филиал нашего факультета в Одинцове. Третье место, первое место наш факультет здесь. Самые высокие проходные баллы по стране, самое высокое качество приема. Вы знаете, что МГИМО входит в первую сотню мирового рейтинга университетов, но он входит туда по нашим программам. Именно по нашим программам МГИМО находится в первой сотне. У нас на факультете учится самое большое число студентов, 1500 человек. Вы видели, какие они красивые, талантливые, яркие. Из этих 1500, 200 студентов – это граждане стран Европейского Союза, которые учатся на наших двойных программах, затем направляются в свои страны, работают в государственных органах, в политических партиях, в крупнейших корпорациях, и они учатся вместе с нашими ребятами на наших программах и в бакалавриате, и в магистратуре. Наши профессоры, которых вы тоже видели в видеоролике до этого, это заслуженные деятели науки, это член-корреспонденты Российской Академии Наук, ведущие профессионалы нашей страны, которые наиболее глубоко погружены в ту проблематику, которую вы изучаете. На их же кафедрах, на каждой кафедре у нас работают иностранные профессора из лучших мировых университетов. И это не просто приглашенные лекторы, не просто приглашенные спикеры, это наши штатные сотрудники. У факультета самая молодая администрация. Деканат с вами общается посредством социальных сетей, мессенджеров. Мы стараемся сделать так, чтобы практически весь документооборот у нас был электронным, чтобы вам было максимально удобно у нас учиться. Но я понимаю, что сегодня вы пришли сюда не ради документооборота, а для того, чтобы поступить на наши бакалаврские программы, хотите узнать о них подробнее. Те программы, которые вы сейчас видите на экране, вам предстоит их выбрать на третьем курсе. Этим летом вам нужно выбрать только направление подготовки. Но я посчитал, что вам будет интересно узнать, что же вы будете изучать. Цифровое госуправление. Вы знаете, что такое криптовалюты, блокчейн, бигдейта. Вот мы учим, как государству регулировать эти сферы для того, чтобы это сопутствовало его развитию. Управление международными проектами. Мы все очень гордились, когда наша страна на высочайшем уровне провела чемпионат мира по футболу, Олимпийские игры. И вот мы учим наших ребят, как это делать на международном уровне. Это такой международный ивент-менеджмент. Экономическая политика. В Министерстве экономического развития Российской Федерации сегодня есть целые подразделения, которые состоят из выпускников нашего факультета. И наиболее востребованными они являются в так называемом экономическом блоке нашего правительства. По политологии самые разные программы, начиная с такой классической программы по теории политики, на которой вы будете изучать конструирование политических идеологий, историю политических учений, дальше работать в политических партиях, в администрации президента, в средствах массовой информации, на телевидении, до, скажем, публичной дипломатии. Это так называемая дипломатия второго трека, когда неправительственные организации, академические университеты, в том числе, распространяют мягкую силу нашего государства. Политические технологии, только это современные политические технологии, это SMM-менеджмент, это краудфандинг. Вы учитесь, как посредством социальных сетей влиять на мнение населения, организовывать политические кампании. По международным отношениям, одна из самых популярных программ в МГИМО «Мировая политика». Вы, помимо того, чтобы стать успешным дипломатом, работать в Министерстве иностранных дел, можете также получить возможность для работы в международных организациях. Мы единственная структура в мире, которая работает с ООН. У нас совместная программа с ООН, совместная магистратура с ООН. Я очень призываю наших студентов каждое лето проходить стажировки, вместо того, чтобы ездить просто отдыхать. И сотни наших ребят каждое лето проходят стажировки в ведущих государственных органах, государственных корпорациях. Если вы поступите к нам, то вы все получите возможность на один год совершенно бесплатно
поехать на международную стажировку. 52 страны, 250 университетов-партнеров. Вы подаете заявку, совершенно бесплатно год учитесь за рубежом. У каждого из вас есть свой трек развития. У вас есть свой тьютор, он помогает вам выбирать от темы курсовой до темы дипломной, от места прохождения стажировок до страны, куда поехать на практику. Он же вам помогает выбрать для себя магистерскую программу. Очень большое внимание уделяем тому, я глубоко убежден, что у нас на факультете учится будущая политическая элита. И они к этому привыкают с первого дня обучения в университете. Они встречаются с ведущими политиками, с ведущими руководителями, лидерами своих сфер. И для этого у нас функционируют десятки студенческих организаций. Вы уже послушали про парламентский клуб, вот это, кстати, ребята на фотографии. У нас таких организаций десятки. Они проводят свои мероприятия от Нью-Йорка до Пекина по всему миру. И это, наверное, одни из наиболее успешных организаций нашего университета. Я понимаю, что сегодня вам еще рано задумываться о магистратуре, но, поверьте, 4 года проходят очень быстро. Я хочу, чтобы сегодня вы знали одну вещь. Поступая к нам на факультет сегодня, в бакалавриат, вы в том числе поступаете к нам в магистратуру, потому что студенты нашего факультета не сдают вступительных испытаний для поступления на наши магистерские программы. Они поступают по результатам своей учебы у нас в бакалавриате. И они поступают, я не буду скромничать, это правда лучшие магистратуры в университете. Никто ничего подобного не делает в стране. Вот вы видели программу управления умными городами только что. Российская газета официально объявила эту программу одной из 10 программ будущего во всем мире. Во всем мире только мы и Корейский университет Йонсе делаем программу по управлению умными городами. И мы являемся партнерами, это совместная программа. Кроме нас больше никто этим не занимается. Мы программа управления человеческим капиталом. Кто ее руководитель? Член-корреспондент Российской академии наук, директор Института демографии Российской академии наук. Мы работаем таким образом. Лучшие научные руководители, наиболее востребованные программы и, как мне кажется, самые широкие перспективы для трудоустройства. Есть уже зарекомендовавшие себя программы, как международный политический консалтинг, где у нас ведут лучшие политические консультанты России. Есть и уникальные в своем роде программы, как, скажем, JAR и бизнес-дипломатия. Попробуйте найти еще один университет, который делает программу по JAR. В нашем случае нашим партнером является представительство «Газпрома» в Европейском Союзе. Наши ребята проходят там и стажировки, и практики, лекторы оттуда читают у нас, ведут у нас занятия. Новая программа «Оборонная политика и управление военно-промышленным комплексом». Каждый из наших ребят владеет минимум 2 языками, проходит обучение на военной кафедре. И, конечно, они очень востребованы в крупнейших корпорациях нашего военно-промышленного комплекса. Но вот почувствуйте контраст между управлением военно-промышленным комплексом и, скажем, программой, которая научит вас, как организовывать международные выставки русского искусства за рубежом. Как делать так, чтобы максимально распространять нашу культурную дипломатию, продвигать нашу мягкую силу. Чем я особенно горжусь, и я думаю, у нас есть повод этим гордиться, это наши двойные магистратуры. Вы сейчас видите Римский университет Сапиенса. Это самый большой университет Европы, 150 тысяч человек учатся в этом университете. В следующем вы увидите университет Флоренции. Каждый из университетов, который вы будете видеть, это лучшие университеты мира. И наш факультет дает вам возможность на год уехать в этот университет в магистратуре. После этого вернуться в Россию, 4 месяца отработав за рубежом, поработать еще 4 месяца у нас, на выходе получить 2 диплома. Не совместный диплом, не сертификат, 2 отдельных диплома, которые дают вам возможность трудоустройства как в России, так и в европейских странах. Раньше, когда мы проводили день открытых дверей, я говорил, для вас это бесплатно. Сейчас я вам говорю, вам будут платить в месяц 850 евро для того, чтобы вы учились на программе, скажем, с университетом Флоренции. Ничего подобного нет ни в России, ни в мире, я не знаю, а факультете, у которого было бы такое количество двойных программ. В настоящий момент у нас их 10. К моменту, когда вы будете поступать в магистратуру, их будет порядка 30 по нашей программе развития. Это лучшие университеты мира. Вы сейчас увидите университет Йонсе, про который я вам рассказывал. Это лучший университет в мире по урбанистике.
Для того, чтобы у нас были партнерские отношения, мы вступили в New Cities Foundation. Это крупнейшая мировая организация, которая занималась планированием таких городов, как Дубай, Сонгдо и целый ряд других. Единственная академическая структура, которая является их партнером, кроме нас, это Массачусетский институт технологий. Лучший университет мира после МГИМО для меня. Но в целом, по международному рейтингу, является лучшим университетом в мире. Наша география очень широкая. Корея, Франция, Италия, целый ряд других стран. Но все наши программы реализуются на английском языке, поэтому не бойтесь того, что вам придется изучать корейский для того, чтобы поехать в Сеул. Сейчас вы увидите наш QR-код. Вы можете навести свой телефон на экран, просканировать его. Тогда вы получите доступ к нашему сайту, социальным сетям, сможете на нас подписаться, а я к этому вас призываю, потому что это лучший способ следить за новостями, узнавать, какие у нас нововведения на факультете. А в целом я вас всех призываю поступать, попробовать силы и поступать к нам на факультет, потому что наш факультет, как вы видите, первый практически во всем. Все, что мы делаем первыми. И как гласит наш лозунг нашего факультета, первый значит лучший.